История противопожарной службы в нашей стране началась еще в середине 17 века, когда впервые были определены меры по борьбе с огнем. С тех пор прошло много лет, и по-прежнему на переднем крае борьбы с огненной стихией российские пожарные. Борьба с огнем всегда считалась делом мужественных и профессиональных людей. Именно такие специалисты работают в 15-м отряде Федеральной противопожарной службы. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны России. На него были приглашены пожарные Славянского, Красноармейского и Калининского пожарно-спасательных гарнизонов. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко поздравил собравшихся с юбилеем, отметив, что их работа очень важная и ответственная, и благодаря ей ежегодно спасают тысячи людей. Есть преемственность поколений, есть рост, есть взаимодействие, и я уверен, что служба пожарной охраны – это одна из самых стойких, уверенных и дисциплинированных. Поздравляю вас с этим замечательным днем, с днем основания службы пожарной. Сегодня Государственная противопожарная служба – это мощная оперативная служба в составе МЧС России, обладающая квалифицированными кадрами и современной техникой. Много добрых слов в адрес пожарных прозвучало в этот день. Жителям наших районов не должно быть страшно, когда их охраняют такие специалисты высокопрофессиональные, как вы. Очень большое спасибо ветеранам, что оставили нам такой фундамент, который нам и строение, можно сказать так, капитальное строение, которое мы сейчас просто поддерживаем в данный момент и приносим свой небольшой пассивный вклад в его развитие и дальнейшее совершенствование. Затем лучшим пожарным были вручены благодарственные письма, очередные специальные звания, памятные медали к юбилею пожарной службы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».